В Георгиевском храме города Видное по многолетней традиции состоялось торжественное присвоение звания офицеров сотрудникам управления внутренних дел по Ленинскому району. Молебен о воинском служении государству и доблестной защите закона совершил ответственный за взаимодействие с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Видновском благочинии священник Дмитрий Довбыш. Вот Господь избрал вас на это поприще, и дай Бог, чтобы вы совершали его достойно, защиту закона и службу государства, чтобы наши граждане находились под надежной защитой, чтобы Господь своей благодатью и милостью не оставлял нашу русскую землю. Поздравляю вас. После торжественного вручения погон сотрудников полиции поздравил начальник УМВД России по Ленинскому району Олег Адам. Одним из тех, кто пополнил ряды офицерского состава, стал инспектор патрульно-постовой службы Константин Савков. Сегодня мы получили звание младшего лейтенанта. Мы очень к этому долго шли, стремились. Этот день очень важен для нас. И надеюсь, что это будет долгий путь по нашей карьерной лестнице. Данные традиция очень хорошая, потому что испокон веков российское войско, а мы тоже люди носим погоны, и защищал Отечество, и в бой шло всегда под стягами церкви. Ветераны службы для молодых сотрудников являются живым примером. Их напутствие очень важно, а слова пожелания особенно приятны. Сила духа, сила воли быть, так сказать, патриотом своей Родины – это не пустые слова, действительно так оно и есть. Завершилось мероприятие фотографированием на память.